Всем привет, с вами Стивпром, и сегодня вторая часть выживания в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, вот у нас тут наступила ночь, и, как видите, на нас уже лезут противные зомби, и в том числе зомби-житель, который, я не знаю, как он здесь мог появиться. Так. Ну все, мы избавились от них. Ну, есть еще крипер. Да, он какой-то очень грустный. И он сломал наш росток дерева, который рос уже полдня. И мог к концу дня вырасти, да? Но теперь он уже точно не вырастет. Курочка. Ну, мне кажется, эта часть будет про то, как мы проживем ночь. И маленько добудем ресурсов. Ну, типа курицы. Так, вот мы убили паучка. С него выпал глаз. Паутинка и больше ничего. Овечка. Очень странно, что она целиком черная, да. Это не баг текстурпака. Здесь есть и белая овечка. Возможно, это так было специально сделано, но может быть все-таки баг. Ну, наверное, многие узнали текстурпак. Текстурпак это Fine Tool. Разрешение которого 64 на 64. Ну вот у нас еще один крипер. Так, он не взорвался. Так, покушаем перед битвой и получим голд или отравление. Так, пошлите убьем. Так, на нас тут аж двое. Так, эй, не борзейте, уже день, давай, зомби, гори. А ты, паук, хватит нас уже бить. Так, опять выпал глаз. Как ни странно, ну и ладно. Так, у нас есть еще, как видите, овечка стоит целиком без всяких багов. Так, ты на нас? Ну, лучше не надо. Ты уверен? Ну и пока. Так, покушаем гнилую плоть. И получим опять... Ой, получим опять эффект. Так, опять взорвался противный крипер. Как видите, уже второй раз взрывается и второй раз портит нашу обстановку. Или наш ландшафт острова. Да, остров довольно очень хардкорный. Так, овечка. Ну, шерсть нам, по идее, сейчас не помешает, так как я... Прокакал все свои вещи в этой ночью, когда вас не было, я решил поиграть. Меня убили, и все мои вещи упали глубоко в воду. А наш океан настолько глубок, что я просто не смог ничего найти. Смог найти только топорик и немного вещей. Так, коровка что-то стала очень бешеной. И я потратил свой топорик. Все. Теперь придется все заново крафтить. Ну, еще валяется гнилая плоть. Да, заметьте, есть такая, так сказать, в Майнкрафте реалистичность, что если мы съедим гнилую плоть, ой, сырое мясо, ну, сырую курицу, то мы получим эффект голда. В реальной жизни тут будет то же самое, только в реальной жизни будет еще отравление. Кто-нибудь пробовал? Интересно. Просто так. Так, ну, больше тут, по идее, делать нам нечего. Ну, наверное, мне кажется, мне пора заканчивать это вообще выживание на острове. Наверное, больше не будет частей. Но если только вы захотите, то я буду продолжать это выживание. Так как мне здесь уже нечего делать. Вот, ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.